В понедельник на стадионе «Текстильщик» наша команда провела заключительную домашнюю игру сезона. Гость, футбольный клуб «Псков 747», долгое время занимал лидирующую строчку первенства. Сейчас он второй, но остается принципиальным соперником «Текстильщика». Встреча лидеров началась стремительно. Быстрый гол в ворота псковичей ивановцы забили уже на второй минуте матча. Несмотря на обилие опасных моментов, в первом тайме гостям ответить так и не удалось. Сегодня игра, мы видим, команда настроена на победу. Мы надеемся, все-таки закончится у нас победа. Но радоваться удачной игре зрителям пришлось недолго. На 66-й минуте встречи гостям удалось сравнять счет. Казалось, этот матч повторит ничейный итог недавней встречи с другим лидером зоны – Дзержинским «Химиком». Но за несколько минут до финального свистка полузащитник «Текстильщика» Андрей Хребков установил окончательный счет в матче – 2-1 в пользу красно-черных. Я, в принципе, считаю, игра такая была более-менее равная. Значит, ну, повезло, и соперник забил. Там уже в конце, конечно, мог еще наказать, но… Еще раз говорю, уже пошла игра такая открытая. Знали, что будет такая игра напряженная. Я благодарю ребят, что после предыдущего матча они меня услышали. Был серьезный разговор. Удалось донести. И они сегодня выполнили все то, что требовалось. И их поблагодарить, и поблагодарить болельщиков. Это было в этом сезоне. Последняя игра на домашнем стадионе, несмотря на эту погоду, они пришли и поддерживали нас. Благодаря этой победе «Текстильщик» буквально вырвал у Пскова 3 очка. Теперь наши команды делят между собой вторую строчку первенства. Правда, ивановцы имеют на одну игру больше в запасе. От лидера Дзержинского «Химика» нас отделяют всего 3 очка. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.